Цифры эти – ничто иное, как светопропускаемость передних боковых стекол. Для сравнения, норма – 70%. У этого водителя практически в 7 раз меньше. Естественно, это нарушение. В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до 15 суток административного ареста. Варианта у водителя два. Первый, так сказать, растонироваться прямо на месте. Пленку эту, говорят инспекторы, оторвать со стекла куда легче, чем приклеить. Второй вариант, если времени у водителя, совсем нет, получить так называемое требование от сотрудников госавтоинспекции. В таком случае мороки прибавляется. Нужно растонироваться в течение суток, а после съездить в госавтоинспекцию и показать, что нарушение ты устранил. В любом из вариантов от пленки придется избавиться и штраф заплатить. С января сотрудниками госавтоинспекции выявлено больше 3700 таких нарушений. И это цифры только на начало года.